Теплых дней ждут практически все жители нашего края. Кто-то соскучился по яркому солнышку, кто-то запланировал выезд на природу. Но больше всех волнуются дачники. Рассада только начала приживаться и набирать рост. И непонятно, чего ждать от нашей погоды. Мы никаких аномалий в июне не ожидаем. Среднемесячная температура воздуха и количество осадков – все будет в пределах климатических норм. По западным и южным районам края ожидается выпадение 30-60 миллиметров осадков, а по юго-восточным и северным районам – до 110 миллиметров. Это около среднего показателя нормы. Температура среднемесячная будет составлять 12-16 градусов, также около средних многолетних значений. На севере немножечко пониже – 10-15 градусов. Но самые высокие температуры, я хочу порадовать жителей нашего города, мы ожидаем в эти выходные дни. Она составит 25-30 градусов. И в конце месяца мы также ожидаем такие температуры. А в среднем она будет в пределах 23-28 градусов тепла. Это дневные температуры. Ночные температуры составят в пределах 10-15 градусов. Период заморозков, слава богу, у нас прошел. Синоптики считают, что ливневых дождей, так навредивших урожаю в прошлом году, в этом не будет. И на вопрос, стоит ли опасаться за свой урожай, отвечают нет. Что касается предварительных прогнозов на июль, то я сейчас могу сказать только то, что осадков также ожидается в пределах среднего многолетнего количества, а по центральным районам даже меньше нормы. Паводков катастрофического характера мы также не ожидаем, но наиболее интенсивные паводки с подъемом уровней на 150-300 сантиметров ожидаются в основном на реках восточной половины края, ну и, возможно, подтопление пойм, особенно пониженных участков. По предварительным прогнозам опасаться пока нечего. Серафима Ляхова, Максим Лобачев. Время новостей.